Добрый вечер, я снова в эфире, меня зовут Андрей. Хочу прочесть еще одно из своих авторских сотворений. И если вам понравится, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо. Самая прекрасная, дорогая, ясная, светлая, лучистая, словно небо чистое, на солнце загорелая, веселая и смелая, прекрасная, чудесная, как звездочка небесная. Ты самая прекрасная, желанная и страстная. Твои очи бездонные, любовью ко мне полные. Что может быть чудеснее и внутреннее, и внешнее? Я в мире равных не нашел, хоть много я стезей прошел. Ни с кем тебя мне не сравнить, тебя любить, тебя ценить, тобой дышать, тобою жить, мгновением каждым дорожить. О, ты прекрасная моя, как утром ранняя заря, осветишь мраке путь ты мой, июльским летом и зимой. Я рад, что ты всегда со мной. Спасибо за внимание.